Всем привет! Получила посылочку от Озон. Давайте раскроем. Так, вот у меня баночка запечатана. Так, потом буду эти вот штучки нажимать. Так, вот пришла такая баночка грибочков. Давайте посмотрим. Острые шампиньоны. Так, в баночке уложено хорошо. То есть грибочки примяты. Давайте посмотрим. Так, дата изготовления 12-20, употребить 31-11-22. Сейчас сентябрь 21, то есть срок годности хороший. Так, острые шампиньоны. Состав шампиньона 60%. Подсолнечная масса, перец, чили, чеснок, петрушка, соль, уксус. Средняя пищевая ценность на 100 граммов продукта 602 килокалории. Жир 57,5, из которых насыщенных 6,4. Ну, для меня это вообще ничего не значит. Углеводы 20 грамм, из них сахар 14, белок 6. Соль 3,3 грамма. Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла. После вскрытия в холодильнике от 0 до 25 градусов. Так. Кто у нас? Компания импортер Москва. А кто производство? Не вижу сейчас, буду искать. Не увидела я, кто производитель, но что-то тут написано Сантора, Пиканти, может, конечно, Италия, я смею подумать, а может и нет. Масса нетто 280 грамм, а не знаю, кто производит, может, потом увижу. Увидела, маленькое тут написано, мне бы лупу, конечно, с моим зрением. То есть произведено BMC, чего-то там, IT, то есть значит Италия. Ну, логично. Давайте откроем. Эй, так, капаю. Вот, все капаю. Так, не видно. Вот так вот баночка раскрытая. Сейчас мы ее попробуем. А потом картошечки днем пожарим. Желтенькой, рыженькой, поджарной. Так, вот такая штучечка идет. Такие шампиньончики. Жирненькие, ядрененькие, вкусненькие, ну, конечно, очень ядрененькие. Ну, конечно, с чем-нибудь, хотя бы с вареной картошечкой. А так вещь очень неплохая, но много не съешь. То есть, такую ядреную вкусняшку, я думаю, не быстро скушаешь. Либо семейство должно быть такое хорошее. Вам всего доброго. Пока-пока.